Салют, народ, с вами Виолент, и мы продолжаем смотреть моды в GTA 5. И сегодня у нас зеленый гоблин, с того самого Человека-паука, который хотел навалять ему, но так ему и не удалось. Но сегодня Человека-паука нет, и поэтому мы с вами можем веселиться в этом замечательном городе. У меня также есть глайдер, это, ребят, просто офигенный мод, он многое умеет, сегодня мы на это все посмотрим, поэтому, ребят, поддержите видео лайком, если хотите больше увидеть серий по модам, поэтому ставьте лайкусик, так сказать. Сейчас дамочка это будет... придется ей вызывать скорую, потому что мы сейчас станем на наш глайдер. Это причем делается очень легко. Нажимаем на F и вуаля. Мы на глайдере, черт возьми. И посмотрите, как это круто выглядит. Туда-сюда, туда-сюда. Мы можем туда-сюда. Вперед, назад, влево, вправо. Куда хотите, можно лететь. И это все управляется... Этим всем управляется очень легко. Смотрите, даже горючее снизу фигачит. Это, ребят, просто замечательно. У нас есть какие-то штыки. Давайте проверим, как же штыки вонзаются в эту прекрасную дамочку. Кстати, какой у нас вид есть? У нас есть всего лишь три вида. От третьего лица, от первого нет. Но давайте приступим, ребят! Дамочка, как тебе сидится? Походу, вообще она сдохла, ребят. Где она только? Мне бы найти ее. Я бы хотел посмотреть, что с ней произошло. Потому что это было очень больно. Походу, не судьба нам ее найти. Ну, давайте еще раз проверим на другом человечке. Мне очень интересно. Давайте вот так тихонько. Опа. Мы его тупо повалили. Надо быстро этим заниматься. А пальму? Ни хрена себе, он меня ловит еще. Глайдер меня ловит. Окей. Раз меня глайдер ловит, я предлагаю проверить это дерьмо. Мы сейчас залетим на здание какое-нибудь высокое. Вот давайте на вот это. Вот самое топовое здание, с которых нет препятствий здесь никаких. Смотрите, что мы делаем. Классно он слазит с него. Глайдер мы покинули. Теперь давайте, ребят, просто сиганем с отсюда и заценим, пословит он нас или нет. Блин, бомба. Этот, кстати, тот самый гоблин из Человека-паука. Зелененький. Кстати, он самый детализированный из всех гоблинов, которые есть здесь. Поэтому, давайте. Прощай! Прощай! Парашют. Давай, лови меня! Чё, словишь, нет? Давай, родной, давай, давай! Оценка ж плохая будет! Ё-моё, оценка, кол тебе! О, черт возьми, это было больно. У нас, кстати, жизни отнялись. Какого-то хрена у нас жизни отнялись? Почему ты меня не словил? Блин, хреновый глайдер. Ладно, давайте проверим, на что он способен, ребят. Значит, первая атака. Давай-ка заценим, на что... Какие здесь атаки вообще есть? Так, поехали! О-ху-ху! Да, обычная... Пукалка. Обычная пукалка. И она стреляет довольно-таки неплохо. Откуда летят пули, кстати? Ага, видите, пипки маленькие. Вот именно с них. Смотри, еще гильзы летят. What the fuck? Смотрите, дорога из гильз. Офигенно. Туда-сюда, туда-сюда. Гильзы разбрасываем. Кто будет убирать? Уборщики будут убирать. Кто еще будет убирать? Не мы же. Так, давай-ка. Ого! Слушай, это пулеметные. Блин, офигенно. Ну-ка, взорвется ли машина? Так, давай-ка заценим. Давай, 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 давай. Да, взрывается, реально. Какие у нас еще есть? Уху, да, вот это уже поинтереснее будет, да? Вот это, ребят, будет поинтересней. Куда поинтересней? What the fuck? Смотрите, как классно разносится, да? С откуда летят? О, смотрите, с центрального. С центра глайдера пульки летят большие. Вот так вот, от меня никто не уйдет. Кстати, у нас уже 4 звезды. Подавайте мне вертолеты. Сейчас я буду вас сбивать. Где только вертолет надо найти, ребят? Где этот говнюк? А вот он, говнюк! Здравствуйте! И до свидания. Потому что вы уже мертвы.
Слушай, а мы можем сбивать с помощью нашего любимого глайдера? Блин, он, заметили? Это сделано вообще на высшем уровне. Он даже стоит на месте, там, где ножки должны стоять на глайдере. И реально все стоит аккуратненько, никуда ничего не вылазит. Все реально. Я не знаю, как они сделали, мододелы, но это еще один мод офигительный. Так, мне надо какой-нибудь вертолет. Вон вертолет. Опа! Смотри, мы вертушки, походу, задели, он должен был упасть. Нет! Че, не происходит ничего, что ли? Ну-ка, опа, нет, мы его тараним, смотри. Ну что, вертолетик, прощай. Когда ты со мной попрощаешься? Давай, хопа. Че, ты улетел, нет? Блин, смотри, вот не так уж и просто сбить. Хотелось сбить, конечно. Хопа, давай. Че-то я попасть не могу. Опа, попал. Да. Взрывайся. Ну давай, ну блин, ну что ж ты делаешь, давай, падай уже. Сколько тебя можно таранить? Смотри, мы можем таранить, ребят. Ху-ху, лови меня. Реально словил, ребят, я ничего не нажимал, он автоматом словил. Это большой респект, потому что я помню в фильме, там где был гоблин, да, с Человеком-пауком, он его тоже ловил, глайдер, когда он там падал, когда Человек-паук навалял ему. А если, ребят, хотите битвы с Человеком-пауком, то обязательно напишите. Очень интересно. Так, давай-ка. Давай, блин. Я с тобой уже вожусь очень долго. Да хрен с тобой! Лови лучше пульку мою красивенькую. Так, давайте посмотрим, какие у нас еще есть атаки. Так, тихо-тихо. Так, надо вот так вот сделать. О, смотрите, у нас есть фаерболы эти, да? Как их называют вообще? Да, неважно. Уже неважно. Потому что коп сдох. Все здесь сдохните, все. Зеленый гоблин прилетел развлекаться. Человека-паука нет, мы можем поразвлекаться, пока он не пришел и не залепил мне рот своей паутиной. Блин, классно выглядит. Ну-ка, давайте заценим, как они выглядят вообще. Блин, конечно, так не рассмотришь, но они вроде зелененькие, да. Они какие-то зелененькие, я вижу зеленый свет. Я еще не дальтоник. Гоблин зеленый, и эти хреновины тоже зеленые. Так, что у нас есть? Слицер. Что это за хрень? Что это было? Что мы кинули? Так, давайте на копе проверим. Смотри, лови. Смотрите, какие-то вертушки. А что, они будут их убивать? Я не понимаю. Как это работает, дерьмо? Ребят, что это за хрень? Напишите в комментариях. Как этим пользоваться? Мне не предоставили инструкцию. Ладно, поехали дальше. Что у нас еще есть? What the fuck? Он испарился? Ну-ка, давай-ка еще. Опа, смотри, это электрический шар. Точно. Ну, подобие электрического шара. Потому что люди исчезают на глазах почему-то. Не знаю, что за хрень, но они исчезают. Офигеть. У нас такая способность была у Супермена вроде бы. Там тоже вот так можно было, чтобы они испарялись. Блин, ну это выглядит реально круто. Реально классно сделано. Главное, чтобы мы не исчезли. А тачка может исчезнуть? По идее, тачка не может исчезнуть, да. Это здесь не работает, но тема на самом деле интересная. Как они это реализовали, я без понятия просто. Копы, куда вы уходите? Слушай, а погнали на пляженцы. Так, что у нас еще есть? Вроде, ребят, все, да? Что это за хрень? Смотри, у нас подсветка есть. Снизу стрелять, смотри. Снизу бомбы скидываем нереальные. Охренеть. Это град какой-то уже. Это пошел град. Пойдемте на пляж и поразвлекаемся на пляже там. Чуть-чуть поразвлекаться можно. Даже можно вот такие вот трюки повыполнять. Уху, интересно он. Смотрите, мы можем нырять. Да? Офигеть, здесь надо быть шумахером. Так, куда бы нам залететь? Где тот пляж? Пляж, я тебя ищу, мы можем изучить океан. Погнали. Да, под водой тоже это все работает. Это, ребят, классно, ну-ка. Ой-ой-ой-ой, это было больно. А че, мы под водой можем даже? Вау, он даже под водой залазит. Так, пляж, я думаю, скоро будет у нас здесь. О, здесь, кстати, самолеты. Ну-ка, давай взорвем парочку самолетиков. Блин, этот град крутой. Давай-ка подальше сделаем, да. Да, я сру на вас, самолетики, сру горящими, взрывающимися этими гранатками.
Блин, это бомба. Слушай, а давай на вертолеты. Давай самое далекое лицо мы сделаем. Так, где? Где эти засранцы? Вот засранцы. Сейчас я тебя посыплю, подожди. Сейчас я тебя обосру. Так, давай. Да, попали. Это классно, ребят. Мне это безумно нравится. Блин, как же красиво это все. Так, самолетик, вертолетик, подожди. Не нужно быть таким резким. Я тоже резкий. Нереально резкий. Там что-то происходит. Так, давай-ка поднимемся вот так вот. Так, тихо. Да. Да, я попал. Да, ребят. Вот такие вот различные атаки у нас есть. И, кстати, самое интересное, что мы можем даже, когда летать на глайдере, кидать именно этими фаерболами. Будем называть их так. Вот они. Да. Это классно, реально. Вот так, допустим, хопочки. И взрывает это дерьмецо. Очень хорошо. Ну-ка, давайте попадем в вертолетик. Стоять, вертолетик. Что, я тебе по тебе попасть не могу? Сейчас попаду, подожди. Оп, отлично. 10, неси журнал, я поставлю тебе 10 баллов. Так. В этот вертолетик можно взорвать. Прекрасно все взрывается, ребят. Прекрасно все работает. Просто шикарно. Слушай, а давай мы ночь сделаем. Давай куда-нибудь отлетим и ночь сделаем. Так, на Т там что-то писалось. На Т вроде бы тоже, видите? Одни и те же самые атаки какие-то. Или что это? Смотри, мы что-то активируем. Что-то активируем. Киллер мод. А-а-а. Это вроде бы наша летательная хрень будет атаковать, да, я так понимаю? Да. Понятно. Ладно. Так. Тихо. За текстуре уходить не нужно мне. Давай что-нибудь выберем. Не-не, это не надо. Вот эта тема классная. Так, уже за текстуре полетели. А, ладно, полетели куда-нибудь. Кстати, мы хотели на пляж. Реально посыпать этой хренью. Где эта хрень, кстати? Сейчас я выберу ее. Так, это понятно, что... Вот она! Вот она красивая. Где людишки? Идите сюда, людишки. Я хочу с вами немножко поиграться. Почему на пляже никого нет? На пляже. На пляже. Вроде как бы закат, красиво. Должны ж, черт возьми, быть люди. Где они? Я хочу повеселиться, Блин, классная игрушка, да? Я бы хотел в реальности такую штуку, я бы на ней... У-ху-ху, вот так вот летал. Цеплял людей, убивал бы. Ладно. Почему-то нет, нет людей нигде. Погнали искать. Вот здесь мы проедем. Блин, классно. Просто бомба какая-то, я не знаю. Напишите, как вам, ребят, мод. Классный. По мне, вообще огонь. Реально классно реализовано. Так, давай-ка. Так, надо посыпать их. Да, спокойно. Непонятно, где люди, они куда-то исчезли. Погнали уже туда. Слетаем. Кстати, уже вечер. Давайте посмотрим на наши фаербольчики. Да? Давайте заценим. Так, вот это другое дело. Вот это офигенно. Давай автобус подорвем. Смотри, а мы можем же походу так делать. Вертолеты сбивали же. Эту хрень... Опа! Плохо было. Лови меня. Тихо. Что-то ты слишком разогнался. Вау, смотри, мы можем реально... Мы можем подковырнуть их. Опа! Давай, лови. Офигенно ловит. Мне нравится, как он ловит меня. Опа, чувачка зацепили. Смотри, как круто. Прям с мотоцикла. Бомба. Реально бомба. Вон еще, давайте просто по трассе вот так ехать. Просто лететь, ехать, как угодно можете называть. Так, сейчас подцепим. Блин. Главное вот реально с собой не долбануть машину. И тогда все будет отлично. Видите, он атакует. Он будет атаковать всех подряд. Понятно. Интересно очень. Так, давай фаерболы наши. Блин, вот это безумно мне нравится. Реально, просто безумно нравится. Вот так берем. Стреляем. Реально, стреляется жестко. Так, фаербольчики. Вот. Да, бомбы. Это бомбочки такие.
зеленые гоблинские бомбы, ребят. Блин, классно. Кстати, мы на военной базе, давайте залетим на чаек. Наливайте мне чаек, я прилетел к вам, чтобы поиграться с вами. Смотри, сколько здесь вертолетов. Уничтожить, уничтожить. Я гоблин. Что у вас здесь за техника? О, смотри, против танка, давай-ка поиграем. Не попадешь. Опа, попал, походу, попал. Танк меткий очень. Опа. Да, смотри, эти бомбы, они зеленые. Реально классно тоже выглядит. Смотри, опа. Да, очень зелененькие бомбочки. Не попадешь, дурак. Смотри, не попадешь. Мы можем вот так вот летать. Над ним. Над ним. Слушай, а если мы включим град? Я буду его так называть. Где наш град? Ну-ка, взорвем этим. Стоять, стоять, стоять. Блин, а где этот град? Так, так, тихо, 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 тихо. Сейчас, сейчас, сейчас разберемся. Вот, вот он. Вот он. Да, давай-ка я посыплю вас. Посыплю, уважаемые. Чё? Не хотите подыхать? Танки, ну блин. О, да, взрываются, ребят, реально взрываются. Бомба. Я такого еще нигде не видел. Блин, как красиво же, черт возьми, смотри. Он еще и светится. Ё-моё, это бомба! Это бомба! Шарики летают. Блин, классные шарики. Бомбезные просто. Вот здесь можно подорвать все это дело нахрен. Вот так вот. Вот так вот. Истребитель даже можно взорвать. Все здесь взорву вам, все. Ничего в живых не останется. А вы что хотели? Не на Тарвон напали. Хотя это я напал, но ничего. Ладно, ребят, давайте отсюда уедем. Я вам покажу еще один скин, который был в комплекте, так сказать. Давайте вот куда-нибудь сюда. Да, я думаю, отличное место. Опа. Блин, он даже спрыгивает классно, да? Спрыгивает классно. Даже от первого лица можем. Ну-ка, а здесь же мы можем тоже кидануть. Да, вот, вот эти вот бомбочки, ну-ка. Жалко, что они взрываются мгновенно просто. Просто мгновенно. Давай-ка туда лети. Лети туда, лети. Может, каких-то животных подорвем, так хотя бы поедим. Ладно. Так, 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 братан, тихо! Глайдер! Я скатываюсь, лови меня! Блин, как кусок говна скатывается, а? Ну, блин, ну гоблин. Ай, черт возьми, где мой глайдер? Только ты меня можешь спасти, мой друг. Только ты. Че ты хочешь, вертолет? Пошел отсюда нахрен. Так, давай-ка. Слазим. И сейчас заценим. Блин, вот говнюки вот эти мешают. Сейчас я тебе бомбочкой порву здесь. Он спокойно выполнит за меня всю работу. А, так, значит, ребят, 2014 года. Видимо, какой-то фильм там был, я не знаю. Я просто не смотрел. Поэтому он у нас без маски. Да, смотрите, что у него с лицом, черт возьми. Что, что с тобой, братан? О, смотри, да здесь новый глайдер есть. Охренеть. Смотри, этот побольше, намного побольше. Сейчас мы с вами тоже заценим. Вот такая вот моделька, тоже качественная. Больше качественных ребят нет. Вот эти две модельки реально бомбы. Бомбы, просто бомбы. У него тоже такие способности будут. Да, как видите. То же самое. Поэтому давайте посмотрим на глайдер. What the fuck? Смотри, какой он огромный по сравнению с этим, да? Да. Он упал. Смотри. Просто круто. Походу надо день сделать, да, чтобы видно было. Так, давайте сделаем день. Вот такое вот прекрасное утреца. Вот, ребят, как он выглядит. Тоже зеленый. Этот огромный. Это новая уже модель. И смотрите, там, кстати, вот эти шары лежат, видите? Давайте посмотрим, как он стреляет. Тоже из пушек. Здесь большие пушки. Потом. Что это у нас? Ракетки? Да. Ракетки с откуда? Ракетки, понятно. Бомбочки. Бомбочки мы кидаем. Так, эту хрень мы запускаем. Так, тихо, тихо, тихо. Вот, 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 что я хотел.
Вот здесь, кстати, есть место, с откуда оно вылетает. Видите? Блин, ребят, ну, мод реально классный. Кстати, напишите, какой вам больше нравится. Глайдер и, естественно, наш зеленый дорогой гоблин. А на этом пока что, ребят, все. Если вы хотите больше серий с гоблином, хотите битвы или еще что-то, пишите обязательно в комментариях, чтобы мне знать, что снимать. Поэтому, ребят, не забывайте ставить лайки, комментировать. С вами был Виолент, и до скорых встреч. Всем пока.